пройдет, говорите спокойно на все, что случается в жизни земной. Хотя вам бывает и тяжко, и больно, не теряйте надежды и веры живой. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед. Господь вас проводит долиною плача, и нежно вам скажет, и это пройдет. Сраженные недугом лежа в постели, не смейте роптать на бессилие гнет. Крепитесь, молитесь уверенно, смело, говорите в душе, и это пройдет. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед. Господь вас проводит долиною плача, и нежно вам скажет, и это пройдет. Говорите напрасно, когда без причины преследуют вас. Бог знает дела ваши, планы и мысли, за ваше терпение Он дивно воздаст. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед. Господь вас проводит долиною плача, и нежно вам скажет, и это пройдет. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед. Господь вас проводит долиною плача, и нежно вам скажет, и это пройдет.